Сергей Ковалев, боксер с мировым именем, пообщался с учениками 13-й школы. Школы, где когда-то выросли самые выдающиеся копейские боксеры. Сергей отвечал на вопросы ребят, раздавал автографы и рассказывал о своем детстве. Встреча проходила в актовом зале школы. Дети с нетерпением ждали знаменитого боксера. Когда Сергей Ковалев сам вышел на сцену, зал громко его поприветствовал. И школьники один за другим начали задавать боксеру вопросы. Знакомы с Тайсоном? И ваше мнение о нем? Тайсон. Ну, с Майком Тайсоном я не в дружеских отношениях, не просто знаком. Майк Тайсон, ну, это вообще человек, тоже вот человек, скажем, легенда. И он слепил сам себя, он тоже вырос в таких же трущобах. Также ребята интересовались вопросами о становлении карьеры спортсмена, его детстве и количестве боев. Кстати сказать, их у Сергея Ковалева в любительском боксе было 215, из которых 193 победных, а в профессиональном 24, из них 22 победы. По окончанию встречи школьники получили автографы, а также перчатки-сувениры от известного боксера. Ну, приятно, что пригласили на такое мероприятие, как встреча с детишками и непосредственно... Есть ребята, которые уже занимаются каким-то видом спорта, и хочу привить как-то так, не знаю, может, какие-то после беседы со мной какие-то ребята отважатся и пойдут заниматься спортом, потому что спорт в наше время может дать дорогу в жизнь и обеспечить, как говорится, ну вообще сделать человека, воспитать мужские качества и вообще человеческие качества в любом ребенке. Напомним, Сергей Ковалев родился в апреле 83 года в поселке Горняк. В 6 лет его семья переехала в Челябинск. Мальчик активно начал заниматься боксом в возрасте 11 лет под руководством тренера Сергея Новикова. Изначально в спорт юноша решил пойти по совету школьного друга. Молодой боксер сразу стал выделяться среди сверстников. Впоследствии начал побеждать на российских соревнованиях сильнейших боксеров-юниоров. Сегодня Сергей Ковалев – чемпион мира по боксу.